конечно же, тоже в восторге. Сейчас они подойдут, а пока я вам покажу тоже, как здесь красиво. Ну как, нравится вам? Супер. Да? Конечно. Тёмка, а тебе? Красиво, да? Такие маленькие лодочки отсюда, кажется, на самом деле они огромные. И это еще не... Такая красота. Нет, за это слово уже... Вот у всех свои слова паразиты, а у меня слово красота. Ну, то, что будешь сказать, то ничего, но ведь красота. Ну, что скажу? Великолепно, давайте тебе. Великолепно. Такие вот в горах улочки. Видите, здесь тоже бизнес процветает. Как в турецких сериалах. Все, смотрите, как все очень интересно. В общем, мы приехали сейчас на вот этот вот замок, поднялись, билетик, вот так выглядит стоимость, за человека 15 лир. И один безбилетник, детей денег не берут. Вот такая вот византийская церковь Святого Георгия, прям вот в центре Алании, представляете себе, вот лик видно. Высота. Вообще я очень боюсь высоту, но почему-то здесь как-то себя чувствуешь в безопасности. Ну, понятно. Даже в горах, на горах мы найдем палочки и будем в них играть, да, Тём? Кто сейчас у тебя палочки? Это не секрет? Секрет? Ну, хорошо. В тенечке загорают. Какие здесь камни. Мама, ты слышишь этот звук? Это Тёма издает. Да. Палочка. У нас сад, красивый такой ресторанчик.